Не так давно была во Франции, на этом часто бываю, и я постоянно мониторю как французскую прессу письменную, так и телевидение французское. И последнюю неделю я просто вот, это единственный телевизор, который я смотрю, это французское телевидение. Ну, хочу поправить вас, Борислав, у вас есть иллюзия по поводу того, что к Украине есть большой интерес. Я не знаю, как во всей Европе, во Франции его нет вообще. Украины нет на радарах во Франции нигде. Я не увидела. Я думаю, что если бы в Германии прозвучали взрывы, в Германии тоже бы пропал интерес к Украине.